язык организатора этого мероприятия. Я думаю, что эти люди ответственны за то, что здесь не тысячи людей, а дай бог десятки так проходят в минуту. Я помню выставку, когда здесь просто было не продохнуть, когда здесь невозможно было пройти. И вот нынешние лидеры книжного рынка довели нас до того, что количество стендов уменьшилось вдвое как минимум. Уполовинили вообще, ни читателей, ни писателей уже скоро не будет. Вот один из организаторов рынка, монополист, вот здесь, неуважаемый мной, Литрес представлен, который полностью монополизировал электронные книги. И главное его дело – это просто воровать, обворовывать авторов. И там никаких продаж вообще нет, их никого не интересуют продажи здесь. На русском языке их не интересует ничего. У них там 5 миллионов книг, из которых миллион только на русском языке. Поэтому здесь они берут русскоязычные книги, переводят, лепят другого автора и продают там, где читают. А здесь ни читатели не нужны, ни писатели, никто им не нужен. Но с другой стороны, претензии к читателям. Сейчас кто может поддержать разговор о Древней Греции? Но это какая-то совершенно никому не интересная эпоха, которая давным-давно прошла, которая где-то преподается на исторических факультетах, и то так проходят мимо, и забудем ее. Какие-то чудаки занимаются Древней Грецией, там, более ранними периодами, и там, другими какими-то эпохами. Это такое вот, как бы, чудаки такие, чудаки, занимающиеся Древней Грецией. Между тем, история дает нам такие уроки, которые позволяют понять все, что происходит в нашей стране, в мире в целом. Там все очищено от напластований пропаганды, которая сейчас корежит нам мозги и превращает нас просто в каких-то зомби. Поэтому никому не нужна история. А история Древней Греции кажется каким-то анахронизмом. Я, не будучи историком, занялся историей Древней Греции, потому что я люблю историю вообще, и потому что я почитал, что пишут вот эти заскорузлые университетские профессора, которые убили вообще весь интерес к истории. Людям кажется, что история – это скучнейшая из наук, потому что пишут так, ее скучно пишут, не видят там никакой проблематики, не видят связи с современностью, не видят загадок истории, которые просто вот перед носом у вас. Да, кто такой Гомер, они не знают до сих пор и путают. Гомер писал в 12 веке, ученые говорят, нет, мы точно установили, что это 8 век до нашей эры. Полная чепуха, потому что все знали, когда, все древние греки знали, когда писал Гомер. Куча материалов в поэмах Гомера, которые показывают, когда он писал. То, что там возникли какие-то поправочки за тысячелетия, понятно, что они искажали. Но почему же вы, историки, начинаете ломать гомеровский эпос через колено, дробить его на какие-то куски и говорить, это вот из этой культуры, это из этой эпохи, это оттуда, это отсюда. Лучшие русские историки, например, Алексей Лосев, наш великий философ 20 века, ну он-то как раз прекрасно видел, как человек, специалист по древнегреческой литературе, он видел, что это целостное произведение. Да, в его создании, может быть, участвовал не один человек, и там какие-то напластования есть. Но это целостное произведение, относящееся к 12 веку до нашей эры. Это первое историческое, одновременно литературное произведение, в котором зашита масса смыслов, имеющих отношение к сегодняшнему дню. Историю современной России, как вы можете понимать, если вы читаете Пушкина, там имена греческих богов, вы не понимаете, о чем идет речь, что это вообще за боги были. Если там пишет Пушкин, бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита, вы это, о чем это? Да? О чем это? Что там у Гомера было написано? Да что-то скучное невозможно читать. Я написал книгу, вот она, «Троянская война», «Реконструкция великой эпохи». Я могу сказать, что я не нашел вообще литературы, которая могла бы устроить меня. И поэтому я написал эту книжку. Литературы о Троянской войне, как об историческом событии, просто не существует. Существуют какие-то безумные люди, которые пытаются разложить эпос на какие-то отдельные фрагменты.
и утверждают, что видите, да, эти про них чуть позже. Нет, сами. Вот они здесь. Греция. Все три. Вот тогда немножко так туда веером пройдусь. Как бы продолжение. Древняя Троя продолжилась. Она продолжилась в Древнем Риме, потому что туда часть троянцев переместилась со своими семьями и со своими, можно сказать, героическими качествами. Цари были одновременно героями. Поэтому их принимали везде. Разгромленная Троя. Эней бежит в одно место, его не принимают в другое. И в конце концов он является основателем Рима. Другие цари, которые правили и в Северной Африке, и в Передней Азии, они все оттуда происходят. Фракийцы, которые защищали, фракийские цари, которые защищали Трою. Это же наша предыстория. Фракийцы поучаствовали в этногенезе славян. Славяне откуда-то пришли из Северного Причерноморья, а тут фракийские царства. Одновременно и война, и сотрудничество, и торговля, и взаимный диалог, диалог культур. Фракийцы исчезли, но они оставили след и в культуре. Например, они со скифами были очень близки. Некоторые пограничи невозможно понять. Это скифские поселения раскапывают на территории современной Болгарии. Или это фракийские. А потом это все отразилось. И там звериный стиль, который там и там был, отразился. И, видимо, что-то у меня не работает. Я взял специально. Не надо сопротивляться Божьему. Если не работает, пусть не работает, значит не положено. Не надо там что-то говорить. Вот. Транзит от Спарты, то есть транзит от культур, от Древней Трои на Пелопоннес совершенно очевиден. И то, что пелопоннесские владыки были главными участниками Ахейской экспедиции, это известно, и ахейцы оставили свой след в следующих племенах, которые пришли на земли Пелопоннеса, дарийские племена. Они сплелись между собой до такой степени, что у спартанцев один царь, два царя, две династии одновременно правили, один царь был ахеец, а другой дариец. То есть эти племена, они тоже пришли откуда-то из наших земель, из Северного Причерноморья. Сначала дарийцы остановились на Фессалийской равнине Северной Греции, там обустроились, а потом завоевали не только Пелопоннес, но и Крит, и острова, и стали доминирующим населением на юге Греции. И третья книга, они писались сначала как бы в обратном порядке, то есть изданы в обратном порядке, чем писались. Древняя Греция от Геракла до Перикла. Это как раз охватывает и троянский период, и период уже классической, постклассической Греции. Многим кажется, что мифы Древней Греции, ну это такие сказочки, ну типа там сказки. Мы почему-то понимаем, есть былины, а есть сказки, да, вот в русском эпосе. А здесь почему-то мифы считаются, ну это совсем уже выдумки. Ну и Гомер тоже выдумки, Сцилла, Харибда, конечно, этого не существует. Но интересная вещь, если вы читаете то, что рассказывает Одиссей, то ему не верят в том, что он, когда он рассказывает правду, их с готовностью верят в Сциллу, Харибду, там, в одноглазых великанов, в этом Полифема, который там размером с гору был. А когда он рассказывает, что он был на Крите, он после Троянской войны, что он там воевал, что он там, его там схватили, посадили в темницу, что он там охранявшего его царевича зарезал, сбежал, потом рабом был и так далее. То есть он всю свою историю рассказывает. Гомер о всей истории Одиссея после Троянской войны в подробностях рассказывает. Но тот, кто читает и не может понять, что прочитано, он в это не верит. Он говорит, так это же вранье все. Он все придумывает, а рассказывает на самом деле там разные байки. Вот это-то и есть сказочный. Да, Гомер был для своего времени почему интересен? Потому что
Он рассказывал занимательные истории. Вот эти занимательные истории сложились все вместе. И получились вот две эти огромные поэмы, которые, конечно, историки, конечно, говорят, что это все устное предание. Это не могло быть записано, потому что письменности у греков не было. Но, конечно, ее не было, если вы ее не нашли. Конечно, эти поэмы были записаны. Они были записаны микенской письменностью, она была в эпоху Гомера, и она оставалась. Но поскольку новые племена пришли на территорию микенской цивилизации погибла, а до нас дошли какие-то обломки письменных источников, ну, фактически только бухгалтерские перечни, которые писались на глиняных табличках, вот некоторые из них в пожаре обгорели, закрепились, и мы получили, и эта письменность расшифрована. Но мы не получили литературы микенских времен, но это не значит, что ее не было. Когда пришли другие племена, то профессиональные поэты бродили по Пелопоннесу, по Средней Северной Греции и рассказывали вот эти сказки. Всем, наверное, новым племенам, диким, еще полудиким, казалось, что это сказки, и они не понимали, как можно запомнить столько, как можно одну главу за другой пересказывать, причем это не заглядывая в бумажки. Но профессиональные поэты носили с собой, наверняка носили свитки, в которых была запись этих поэм. И они варьировали эти свитки в зависимости от того, куда они приходили. Они там приходили, скажем, в Спарту, они рассказывали одну последовательность, приходили в Афины, рассказывали другую, там, в Микены, там, третью и так далее. То есть версий гомеровских песен было много. И не зря сам Гомер, можно сказать, себя выставил в «Одиссее», о себе написал, там поэт Демодок такой есть, и он как бы о себе рассказывает и говорит, определяет, кто такие аэды, вот эти бродячие певцы. Они сшиватели песен, то есть они знают много песен наизусть, но они в разной последовательности их предлагают разной аудитории. А то, что до нас дошло, это афинская версия. Знали в Афинах все грамотные афиняне, знали Гомера наизусть. И, как мы из Пушкина иногда невольно цитируем, также Гомера цитировал любой образованный, не только афинянин, а вообще любой древний грек. И поэтому до нас все это дошло. А когда утвердился в Афинах тиран, ну сейчас для нас слово тиран такое ругательное, но в те времена это был почти что царь, Песистрат, он повелел создать каноническую версию, единственно правильную, которая в Афинах должна утверждать гражданское самосознание. И поэтому все начинается с Ахилла. Ахилл и вот его гнев Ахилла, и вот с этого все начинается. Хотя это не начало Троянской войны. Это конец Троянской войны. Это последний год Троянской войны. Почему же он перемещен в самое начало? Историки говорят, ну, описывается-то Гомером всего лишь последний год. Тогда, извините, а куда делся сюжет с гибелью Ахилла? Если бы Гомер описывал последний год, он что, умер во время Троянской войны? Или не знал, что Ахилл умер? Так у него предсказание идет, сейчас вот Ахилл умрет, и он почему-то в Илиаде не умирает. Почему это он не умирает в Илиаде? Очень просто. То есть, во-первых, как Гомер, как старший поэт, ему было поручено описывать Троянскую войну до определенного момента. Его время закончилось, другие авторы начали описывать, и эти осколки этих творений дошли до нас, поэтому мы знаем, как погиб Ахилл. Не от Гомера мы знаем, а из других источников, которые цитировались разными историками, и поэтому мы знаем, как погиб Ахилл. А то, что описывалась вся Троянская война, тоже несомненно. Просто, как сшиватель песен, Гомер переставил тетрадки. То есть Гомер поставил тетрадки в правильном порядке, а Песистрат взял тетрадку из середины и поставил сверху, чтобы афиняне гордились тем, что они как бы являются последователями или наследниками вот той героической эпохи, которая связана была с экспедицией ахейцев под Трою. Но реально это было не так, потому что читаем перечень кораблей, который, конечно, не Гомер написал. Это просто бухгалтерская ведомость, сколько кораблей каждое государство отправило под Трою. Иногда считается, почему-то тоже от историков, я читаю,
1200 кораблей поплыли одновременно, полная чушь, потому что они все собирались в маленькой путочке во Влиде, потом плыли туда. Это просто происходило многократно на протяжении почти десятилетней войны. А вот эта бухгалтерская ведомость, список кораблей, она, во-первых, показывает, что участие Афин ничтожно. Их герои ничтожны, они едва-едва упомянуты. Афины были маленьким городом второстепенным, и захватывали только то, что вот сейчас мы видим, Акрополь, небольшое поселение вокруг. Не было порта Пирей, не было господства на море, не последнее было государство, но и не крупнейшее. Крупнейшие были это Аргос, который потом пришел в упадок, поэтому о нем почти ничего не известно, и раскопать его невозможно, потому что современный Аргос стоит на этом месте. Это был Пилос, песчаный, где Нестор правил, известный тогда, который... Помните, тот Нестор, негодяев знатных, да? Ну, а что это Нестор, да? О чем это вообще? О чем? Да, Грибоедов писал. О чем? Да? Если вы не знаете, как можно понять тогда русскую литературу? Вот Спарта была там крупнейшим государством. Афины были ничтожны, поэтому эпос Гомера не был посвящен. Не был посвящен ни Ахиллу, ни Афинам. А Ахилл вообще не афинянин. Вы думаете, он из Афин, что ли? Нет, он из Фессалии, которую я упомянул, где как бы вторая родина дарийцев была. Он из Фессалии, маленькое царство, он там сын царя, он даже не царь. Из какой бы стати Гомеру посвящать ему всю эту поэму? Нет. Главным героем эпоса Илиада является Гектор. Все моральные качества, все моральное превосходство за ним. Да, Гомер был по другую сторону фронта, можно сказать. Но его симпатии полностью на стороне Гектора. И гибель Гектора, как она описывается, ну, просто если прочитать, там понятно было, что это не поединок никакой. Если вы смотрите фильм «Троя», то это красиво, но это вранье. Там ни один костюм не совпадает с тем, который мог быть в тот период. И все сюжеты, но это как бы... Я вам напою Робертино Лоретти, но, извините, у меня голос не тот, да, вот примерно такой же анекдот. Кто-то пересказал, написал в сценарии, поединок проходил, Гомера все написано. Это был не поединок, это было убийство. Это была имитация поединка. А как он возник? Гектор попытался увести наступающих, нападающих ахейцев. Вот ворот Трои, куда разбитая армия в очередном сражении, там все время качалась ситуация, то одни выигрывали, то другие. Вот победили на этот раз ахейцы, и армия уходила за стену.